Так, ребят, ну что, Diamond Cup сейчас будет. Ждем. Короче, людей за деньги обучать. Мне иногда пишут, и я иногда учу людей как бы в личку, вот. Так. Короче, ребят, я переименовываю 20, так, 20-20 у нас время. Diamond Cup у нас сейчас будет, такой турнир, соответственно. Посмотрим мы его финал. Ну, а потом по обстоятельствам будем делать, так, потом по обстоятельствам будем делать. Закрываю лишние ссылки все я. Ребят, всех я рад видеть, короче. Короче, ребят, там Фреш там пишет всякую инфу. В общем-то, финал Diamond Cup сейчас посмотрим. Мы, ребят, не расходимся. Далее по обстоятельствам будем действовать. Если будет что постримить, будет какие-то предложения, то постримлю. Если ни хрена не будет, то не знаю, что тогда делать. Раньше пепсик заряжал, предлагал, приходил, там всякие вол там и так далее смотреть. А сейчас хз, короче. Ну, разберемся, давайте сначала финал отсмотрим, я там посмотрю, что у нас по людям будет по всем направлениям. Это турнир для алмазных игроков, то есть, я не знаю, может быть, и лиги и меньше были. Ну, в общем-то, зерк против тирана у нас бьется, я так понимаю, это бу-7, так, надо поставить, что бу-7. Ну, я думаю, многим должно быть интересно, потому что не самый топчик уровень. Посмотрим ошибки игроков. Какие и т.д. Здесь была цеха первая, насколько вижу. Орбиталка что-то одна, только на второе. На мэйне тиран подзабыл про орбиталочку немножечко. Нервничает, что ли? Надо запиливать, зато КСМ-кой разведают. Нашел зерга, ничего не делает. Так, пошел в бункер. Бункер перед стенкой вообще как-то, ну, видно, что нервозность присутствует. Здесь рабов вообще строят про орбиталку. Напрочь просто забыл сейчас. Это ошибка очень-очень жесткая, естественно. А зерк что? Зерк подстроил лингов. Зерк вообще
А, Зерк вообще не знает, где тиран живет. Только сейчас обнаружит. Опа. Обнаружит и только орбиталку сейчас увидит. Как будто ЦЦ-шечки 3 первые. Пока, короче, тиран тут с орбиталками строился. Зерк пробегает, уж стенки нету, стенка вообще не закрыта. Начинает жрать лингов, жрет КСМ, лингов еще контролит. Смотрите, туда-сюда воет. Молодец такой зерк, чисто контролер. Сразу видно. Так, стенку тиран закрыл. А почему так поздно закрыл, я еще не понимаю. Очень поздно он ее закрыл. Здесь КСМ-ка с факты, сгрызана лингами. Залез зерк в рабочих, в итоге ноль убил. Распилили сваркой, все, рабочие сейчас. Ну, стимпак делается, факту надо достраивать, достраивать, да, достраивать зерк факту. Ой, зерк факту достраивает. Это какой-то рейдерский захват бы был уже тогда. Потому что зерк только на бумаге может достроить, как... Ладно, не будем политоты, как наши, короче. Вот. Факту тирану надо достраивать. Дизерк что-то камни пробревает, и я смотрю, что... Что я смотрю-то? Вы видите? Вот, 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 вот. И как бы нету Т2-то совсем. И здесь вот что, то есть это явное будет убийство сейчас происходить тирана. Ну, произойдет оно или нет, вот в чем вопрос. Вообще, конечно, зерга много. Он очень хитро как-то пытается все сделать. Я уж думал, он хочет через 6 обойти. Это было бы вообще, конечно, номером. Сам Ксилнагу, потому что он контролит. Нет, все-таки это мисклик был. Он не собирался так делать, насколько я понимаю. Но здесь, чтобы пробить, нужно убить и бункер, и депошечку. Но чтобы нужно... Смотрите, знаете, что, как зергу нельзя сейчас ошибаться? Ему нельзя бункер бейнами взрывать. Ему нужно подойти, танкануть роучими или лингами и бейнов вести вот сюда, клик. В депоху. То есть только тогда они эффективно взорвутся, ребят. Ну, зерк, кстати, понимает это сейчас прекрасно, только не... Нет, не понимал он этого прекрасно. Он только в конце, короче. Вначале так делал, а потом он бункер начал взрывать. Короче, понервничал немножечко. 73-49 плит, еще 8 роучей строится. Пытается зерк убить. Мариков подбревает. Ну, Марики... Марики со стимпаком тиран забыл, короче. Тиран за здоровый образ жизни. А когда его стимпак врубать-то тогда, я не понимаю. Не знаю, когда. Только со щитами, видимо, когда хп больше будет. Плюс 2 барака на мэне. Они пока не работают. Что у нас? Роучи есть, вперед не идут. Но и лейера при этом нет. А почему роучи вперед не идут? Зачем их 12 штук здесь дома? Вообще зергу непонятно. Так, здесь две лабы, что-то понял, походу, тиран, что там роучей будет много, решил побольше мародеров наклепать, такое у меня ощущение складывается. Может быть и так даже. Так, ну, короче говоря, здесь танчик есть, и тиран уже какие-то здесь начинает силодвижения совершать. Зерк рядом вроде как ходит, ну... Так, зерк видит вообще тирана? Нет, тут он пару мариков только видит. Вот сейчас он тирана нормально спалил, он в контрзабегание идет. Похоже на то, что да, зерк идет в контрзабегание, тиран разворачивается, сейчас хочет зерга принять, но ему не очень будет удобно его принимать, на самом деле. ЦЦ-ху четвертую могут трилинга сгрызть, тиран не отменять. Да, минус 400 ресурс, сейчас либератор сзади, плюс танки, с реведжеры падают моментально.
Ну, Роучей тоже подбревает. Достаточно быстро у нас Теран. Больно, больно делает Теран Зергу сейчас. Очень даже больно. ПМ показать. Вот и ПМ. У Зерга 225. У Тирана стук сотился для 156. Все нормально он делает. Короче, опять Тиран в атаку пошел. Барак в итоге Зерг всем выходом своим убил. Тирана по лимиту больше. Грейдов у Тирана вообще не делается. У него инженерки, что ли, даже нету? Да, у него даже инженерки нет. Но вот этот кэшфейл, что даже инженерки нет. Либератор, танк плюс био. Все это дело вперед идет. Раскладывается либератор. Начинает шатать оверов Тиран понемножку. Танчик приходит ближе. Будет Зерк ломиться. Да, Зерк прям даже тут фронт сделал с двух сторон. Пойдет вперед. Заходит Зерк вперед. Зафокусил Беллингов. Че не зафокусил, а просто убили Беллингов юнита. Фаерболы по своим реводжерам. Аккуратнее надо быть. Тиран отлетает назад, разгружается. Зерана здесь как бы все практически выжило. То есть нужно продолжать прессинг, видимо. Да невидимо, а точно нужно продолжать. Третьи тут цехи пока нет. Прям либератор в бой раскладывает сейчас. Реводжером делает очень больно. 98-93, тирана уже больше по лимиту. Либератора нужно взять, танчик нужно взять. Но в плане контроля тирана у ЯПМ у него 150 всего. А так вроде ничего не забывает. Танки вперед ведет постоянно. Либераторов раскладывает там, куда надо их разложить. Третью хатку начинает пробревать. Но это начало конца для Зерга, как мне кажется. Если бы еще Тиран бы делал бы... То есть инженерку на такой стадии обязательно надо иметь. Вдруг закопка, вдруг там роучи вползут, вдруг мутка. То есть и дома бы помогла, и плюс один бы давным-давно у Тирана доделали бы грейды. Ну здесь как-то на королевах Тиран отдавался разве что. Отступает под танки. Под танками, конечно, уже лучше можно подраться. Фаерболы поперли. Танчики пока живут все, даже один отвез кого-то там вдаль Тиран. Мародеры бьются, марики, просто заруба идет жесткая такая. Но лимита не так уж много, что с одной, что с другой стороны. И Тиран победил, у него каждый юнит тут лечится практически. Такой Тиран в медицину как бы вкладывает много. То есть понимает, что наркотики это плохо. Общество там все дела как бы. Вот. Специалист, короче, Тиран. Не чисто наркотики щиты дал и вперед в атаку. А мы будем жировать дома сидеть. А еще и лечит всех, блин. Очень неплохо. И танчики перевозят вперед. Ну, 100 на 73. Тут ГГ Зерк должен скоро писать, я думаю. Хотя Тиран что-то боится Беллингов очень сильно. Уходит, мародеров забирает. Может дропнуться на мейн, я не знаю. Что-нибудь-то надо предпринять, тиранчик. Дропает все. Био дропает танки. Пошел скан, два криптумора выбивает. Короче, такая прямо, я бы сказал, движуха на одном месте, короче. Все вот прямо вот центр напряжения. Вот здесь находится у игроков, как бы. Один другого прессует, как бы. Выглядит все скудно, как, вроде как бы особо ничего и не происходит, но центр напряжения именно здесь, вы не поверите, как бы, вот, Рипер один случайно был тираном заказан, бывает и такое, как фаерболы сейчас просто, вот такие вот фаерболы могут перевернуть такую игру, потому что здесь юнитов-то мало, найдет такая чисто микровойна, Рибератор выжил, смотрите-ка. Хорошо жгет либератор, там юнитов несколько штучек. Танки три штуки, а одни все сзади вообще не в бою. Похвалил, что тиран танки перевозит, и он больше их никуда не перевозит. Все, вот так вот уже лучше, чтобы хотя бы один танк агрил зерга на выход вперед. Это уже будет решать. Тем более у танков позиция неплохая здесь такая. По фаерболам тиран немножко походил. Но вот сплит зато юнитов очень даже неплохой такой. Танчики громят. Био тоже громит. Заходит все это дело вперед. От фаерболов даже увернулся тут от несколько штучек. Танчик еще один вперед идет. Попытка зафокусить именно танк со стороны зерга. Тиран
взял вроде танк увести, законтролить, но медивак оказался дэмэджен, и фаербол на него попал, минус танк вместе с медиваком прям в итоге. ГГ пишет, Зерк все-таки не выйдет. Прессинг, ждем вторую игру. Ждем хост. Так, ребят, бой 7, тиран 1-0 повел, вторая игра. ГЛХФ YouTube пишет, Драгонис. Так, больше предупреждать не буду, не надо тупых вопросов задавать провокационных по 500 раз. В следующий раз будет выпил долгий просто и все. Ну все, ребят, вторая игра началась, погнали. Всех я приветствую еще раз. Просьба, конечно же, отключать отблоки, подписываться на премиумы. Ну и поддерживайте меня и мой канал. Реквизиты в описании или через плеер. Не всегда мы стримим только самых жестких, просто суперпрофессионалов. Иногда бывают и другие турниры, такой, как сейчас. Это Diamond Cup Fresh меня попросил постримить. Турнир для алмазов. И, наверное, ниже лиг были, но до финалов дошли, естественно, самые сильные. По-любому они алмазы. Ну, может быть, и в мастер-лигу выйдут скоро или уже. Не знаю. Здесь Рипер полетит. Привет на Твиче всем.
Летают тут рипер, гранаточки кидают. Ну, докидался в бункере КСМ-ка, сидит, вычинить надо было. Попробовать бункер вычинить, не вычинил. Рипер уничтожен, но сверху марики есть, тут КСМ-очку прикрывают. Надо спуститься вниз, линги, в принципе, все отдались. ЦЦ-ху надо сажать, делать орбиталку. Пошла уже третья, причем прям под овером зерк все видит прекрасно. Ну, это такое, а-ля передроп, короче, 16 мариков со стимом бил. Но только Steam не заказан, и только Старпорта нету. Так, что за хрень? Откуда звук? Так, все, ребят, я извиняюсь. Отвлекся ненадолго, мне напомнил просто человек хороший, что апгрейд-то на велик приперся. Покрышки, там, крылья и все дела нужно будет заскочить мне к нему завтра. А я из-за этого марафона, как белка в колесе, просто ни хрена не успеваю никому никуда заскочить. Я ему обещал 2 или 3 дня назад зайти с утра, а в итоге стримил ночью, с утра ни хрена не зашел. Вот завтра с утра я, видимо, заскочу к нему, часов 10-11. Ну, а послезавтра... А потом приду сюда к вам, будем смотреть уже мы StarCraft'ик. Сейчас у дня турнир по балансу, там и т.д., и т.д., и т.д. 56-70 по лимиту ситуация у нас. 32-40... Два по рабам только что было, ну, рабочее количество меняется. Бараков 4 штучки у нас. У тирана. Старпорт работает, медивайк строится, 30 сэшки. Ну, как же не любят тиран апгрейды этот делать, а? В прошлой игре 0-0 было у тирана. У зерга апгрейды были. Здесь опять у зерга ковать, а у тирана ничего. А зерг-то, посмотрите, ё-моё, 6.25... На 6-й минуте ровно хайв зерк заказал. То есть я таких таймингов хайва вообще не видел никогда на самом деле. То есть, это, мне кажется, самый быстрый хайв, который я видел. Так, у тирана только Steam доделался недавно, он вперед поломился сейчас. Сканит третью. При этом все у зерга не то, что... Ну, у него вот такие еще юниты строятся, необычные тут, как бы. Очень интересный расклад. Так, заходит тиран на стиме. Беллинга не зафокусил. Здесь гидра у нас есть, кстати, смотрите, у зерга. Он сфокусил медивак, в котором танк сидел. Но больше-то юнитов не хватает. Инфестор выкидывает инфеста тиранов. Но, блин, что делать на такой стадии со стимпачечными мариками, которые просто накидываются? Похоже, что зергу здесь тяжко уже будет отбиться. Хотя гидралы подстраиваются. Мискликовский сварм-хост тут заказан. Мискликом. Если зерк отобьется, еще можно и подтащить, на самом деле. Ну, а тяжело гидру и мариков контрить. Вот в чем проблема. Они просто разрывают на стимпаке всю эту гидру к чертям. Ну, зерк отбился при этом. Все, смотрите-ка. Во-первых. Во-вторых, у него экономики больше. Осталось. Тиран выводит прирост вперед, здесь много юнитов, реально.
Зерк-то отбился, но в итоге Зерк что-то сидит так. Дропы Беллинга стрёмные на тирана идут. Нахрен на тирана дропсы. Сделай ты. Тут с Беллингами летает, а дома ноль вообще. В итоге были все шансы отбиться еще раз до морфи Беллингов. А Беллингов не до морфи. Тиран на халяву заходит, Беллингов развалил. Био здесь вообще немерено просто. А гидру, конечно же, рвет в клочья просто. Еще один стимпак. При этом даже лечения нет в этот раз у тирана. Кончились медиваки. Но рабочие падают все. Короче, катастрофа для Зерга. Это 2-0 будет тирана. Ждем следующую игру мы. Жду хост. Так, пошел инвайт, захожу. Третья игра, ребят, погнали. Так, ребят, бой 7. 2-0 Вузи ведет против Драгониса. Финал Diamond League. Поехали. Отвлекся на секунду. Планирую, как сделать дальше и что завтра там делать. Так, все там срок СК2 ТВ подходит, что ли, кстати говоря, жизни. Говорят. 14 минут остается, да, там типа. Что будет? Прикиньте, это пиар-ход Адольфа новый. Короче, бах, трах. Ничего не закрывается на самом деле. Дайте, давайте денег. Ладно, не будем флудить. Рипер у тирана, ЦЦ-шечка. Здесь пул, 17-я хата, газ пул у Зерга. Все стандартно.
Посмотрим, что там с СК2 TV. Жаль, конечно, что если действительно так все. У меня вот есть чатик отдельный, блин, на СК2 TV. В моих чатиках кобровских, двойных, тройных уже на данный момент с Свечом вместе. И ни хрена в итоге не происходит. Пока Зерк даже ничего не потерял, что самое удивительное. Полетел коталингами вперед, рипером отконтролил тиран. Что же сказать и видеть, что все, что. За рипером гнался, а спорку с плеткой не отменил. Ну ничего, пригодится в Авароне все дальше. Спорочку на мейн от банши, плеточку сюда. Сейчас он не погиб, что ли? Не, сейчас все-таки погиб Рипер, наконец-таки. Дроны продолжают строиться, а здесь что? Здесь гелики факте, реактор лаба, то есть нужно какие-то грейд делать. В лабе сейчас будет тиранова. Вот он, этот грейд пошел ключевой. И строятся все новые и новые гелионы. Так, заезжают гелики. Жгут очень больно зерга сейчас просто. 10 дронов погорело уже. Нет, 11. 11, но 12 выжил. 23-35 по рабам в пользу тирана. Но что-то много боевого лимита у зерга. Он вперед собирается выходить или нет? Так, плюс 3, плюс 2 бункера, 3 у тирана будет. Здесь депошечка не в тему, неудобно из нее чинить, только будет на ее сложить и чинить потом бункера нормально. Так, роу челенги подходит, а то вот улын чистой воды от зерга идет. Здесь танчик заказан. Первые медиваки 2 появились. Ну тут пробить вообще без шансов, конечно. Мува роучи нет, зерг еще соображает, что-то долго он ходит, как бы и ничего не делает. А, при этом он, как, кстати говоря, смотрите, что делает. Обманщик он, вот что. Так, уверсерчик пилится. Ну, что-то зерк походил, фаербулов пару кинул, в итоге ничего не сделал. Дома мув проучим пошел. Интересное здание такое, как и в первой игре, или в какой там, не помню. Ну, для чего оно, интересный вопрос. Через 3 секунды только щиты будут готовы у тирана.
Фаербулы по медиваку попали. Все, щиты готовы. Надо идти пробривать. Падают фаербулы. Что-то тиран туда-сюда бегает. Пойдет выход-то. Да, пошел выход. Танк-то можно было бы рассиджить бы сейчас, на самом деле. Четыре барака, лимит равный. Что тиран делает? Ходит то сюда пошел, то опять обратно. Определиться надо уже. Так, зафаерболил танк, который медиваки летел сейчас зерк. Один медивак погиб, то есть будет меньше лечения. Но еще и танчик будет, и тиран продолжает вперед идти, между прочим. Нужно идти активнее, либо уже приходить сюда, туда, куда-то танк ставить. Либо отступить назад тирану мужчина. Так, минус овер раз. Минус овер два сейчас будет. Зерк поломился вперед. Все, тиран видит, куда зерк поломился. Долго что-то ходит, он на муве сейчас сливаю. Ё-моё. Что тиран делает-то? Не знаю, что тиран делает. Короче, тиран слился. На фаербулах пытается контролить, забирать медиваки. У него просто ничего не выходит при этом всем. В этот раз зерк играет просто роучер озера. Расковырял все тирану. Не знаю, как ему тащить в этой ситуации. Так, ну тут залез зерк сейчас к тирану очень жестко. Попытался забрать ССЧку. ССЧку надо бы вычинить. Тиран на халяву просто отбивает все. Так, здесь простимпачил совера, забрал. Здесь гидророуч подходит, что мародеров надо отводить, чтобы они не танковали просто вот этих урывов все. Здесь юниты без стима просто наказывают. 92-99, все, ситуация по лимиту уже выровнялась практически. Так, через узкий проход тиран пытается выдвинуться вперед. Зерк вместо того, чтобы встретить вот здесь тирана, стоит где-то вдалеке. Это может привести к печально. Посыпавшись на стиме, сейчас тиран выйдет сюда, а он выйдет спокойно, блин. Смотрите, выходит тиран, на стимпаке принимает бой. Очень много мародера мариков здесь, сплетанулся от фаерболов. Лимит вообще равный, надо продолжать давить сейчас. И тиран продолжает давить, между прочим. Фаербулы. В этот раз фаербул не забирает танк, но стимпак что-то не жмет. Видно, что контроля тирана тоже не во всех моментах просто хватает сейчас. Ну, а почему ему должно прям во всех хватать моментов? Если бы ему хватало во всех моментах контроля, то он, видимо, бьяном бы был бы. Вот. Пошла движуха. Микос хороший на мародеров кидается. Здесь значительная группа просто не дерется юнитов. Вместо того, чтобы помочь своим товарищам, они тут хаты бесполезно просто перестреливаются, которые даже не атакуют. В итоге и хата выживает, и все здесь выживает. Так, инфестора тиран забрал. Несколько мародеров продолжают еще здесь драться с роучами. Но сейчас они погибнут. Все надо улетать отсюда. Медиваками тираны улетают, собственно говоря. 77-82, но по лимиту лучше, по рабам лучше. Здесь планетарка, вот мы смотрели 2011 год, как ММА играл с, там, с MVP, ММА играл с ДРГ финал. Вот там на третий планетарку ставили, здесь тоже планетарочка на третий идет, смотрите-ка.
Тирана 2-2, у Зерга 1 армор, ребят. Это катастрофа по грейдам называется. Боюсь, что у Зергу здесь тяжеловато втащить будет. Время действовать. Кто на новенького? Танк на мат! Месторождение минералов в улучшении. Все, 2 минуты до СК, 2 CV кончины. Месторождение минералов. Близится освобождение. Жду и слежу краем глаза за этим, точнее, слежу за игрой и жду краем глазика, слежу за СК 2 CV. Пришел Зерк что-то в центре, здесь тиран СС строит миллион везде. И двигается вперед сейчас. Так, здесь цеха минус, но тирану нет смысла возвращаться, он ломится вперед уже. Здесь выходят инфесторы с грейдом на ману, между прочим. Ну а толку-то от этого грейда, если ты не кидаешь микос, да даже если б кинул, чтобы этот микос сделал. 2 танчика уже на мейне. Здесь цехи везде отменяются. Ну тиран забегает, хорошая группа юнитов на мейн. 130 на 113 по лимиту. Лично счет. Так, возвращается зерк. Тирану надо брать всю на ХГ, заводить. Короче, в итоге тоже опять одна группа на мейне, одна здесь, одна там. Короче, полная хрень какая-то происходит. Но в итоге эти тоже на мейн товарищи прибежали. Хайф упадет, все сейчас упадет. Танчики прямо рядом с рампой. Тиран правильно отвез их подальше, чтобы их сразу не сфокусили. Они по рампе там ДПС с флешем хорошие будут заносить сейчас. Ну, бьется тиран пока. Пока бьются юниты тирана. 2-2 грейды на... 1-0 просто. 2-2 грейды просто невероятно. Лишь было бы здесь чуть больше мариков, уже бы тиран, я думаю, развалил. Но даже так мародеры, посмотрите, на 2-2 стоят против вот этого всего дела. 112 на 70, но что-то не выходит. Не выходит дожимать тиран своим приростом. Если еще зерк здесь, прикиньте, сейчас тиран 3-0, потом зерк 4-3 за комбой, что это будет дело? Здорово, К, я живой. Пока еще. И буду живой. А насчет записи? Ну, будет запись, конечно, сегодня. Сегодня, потому что интересные турниры были. Я сегодняшние поставлю просто на ночь корейцев и гоу ФСК. В центре тиран что-то зерга тут ловит. Зерк ошибся, как-то вышел вперед. Тирана намного больше. Это 3-0 в пользу Вуди тирана. Жду инвайта. Так, я здесь. Ну что, жду продолжения, но чуть пока ни хрена не происходит. А вот сейчас будет инвайт. Все, СК2 ТВ обрубился или что там? Ну а что?
На Пеку ТВ перекинул. А что такое Пеку? Пека ТВ? Что это вообще такое? Я хз. Ну что, бой 7, что-то Тиран 3-0 уже ведет. Зерк пока не может справиться. Да, что-то все там, сказать тебе, гуфанулся, короче. Печально, но ничего не поделаешь. Так, Рипер, реактор на бараке, второй барак, ну пытается Тиран исполнять билд вот этот с дропом мариков. В принципе, пока получается. Там новый сайт, где там новый сайт? Пристройка завершена. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Так, я понял, ребят, все, не отвлекаясь от игры. Здесь Зерк пытается лингами к Тирану забежать, ничего не происходит. Короче, я понял, Адольф и компания в своем стиле из любой какой-то хрени нужно клоунаду устроить. Вот, ну, посмотрим, что там будет. Интересно, там стримы-то есть вообще на этом сайте?
Перестройка завершена. Резет готов. Есть, но почему-то там другое совершенно название отображается. Никак у меня на стриме вообще. Так, ну Зерг что-то пытается здесь предпринять, в общем-то, начальный врыв со стороны Зерга был абсолютным провалом. Линги не оправдались. Нет, за меня там никто название стрима не пишет, там старое название по Ladder Heroes еще было, в общем-то. Овер-минус. Восемьдесят семь, 74, но основной вопрос сейчас в том, 4-0 ли это или нет все-таки. Зачем-то вот тиран выходит и продал бункера. Зачем бункер продавать? Стенка есть, стенка надежная. Нахрен бункер-то продавать вообще? Пытка принять лингов. Ну, часть принял, два прорвались. И что, за ними гоняться теперь все армии? Рипер здесь еще в армии забрался. Так, где линги вообще? Вот они сныкались. Сныкались так, что их прекрасно видно. Сейчас марики уйдут, минус нет, вообще-то тиран этих собак. Марики стоят и линги стоят. Кто первый сагрится? Ну вот марики с мародером пошли. Линги уничтожены в итоге, все в порядке. 04-06 по лимиту, здесь что у нас? Рующие реводжеры масятся, похоже на то. Идет био в большом количестве, да, идет био в большом количестве. Щиты есть, нет, щитов нет, через где-то 10 секунд будет чуть больше. Так, и рипера даже тиран сконтролил. Все, щиты подъехали. Со щитами будет гораздо проще без тиранов. Пошел стимпак. Танчик пытается хоть один забрать. Один забрал. Сзади там роучи не в удел. Вообще, куда они пришли, непонятно. Вне замеса прошли, в общем-то, вперед. Фаерболы по танку идут. Танчик падает. Но био здесь дралось неплохо. До какого-то момента. Потом био тоже слилось, конечно. Сейчас у Зерга наоборот, в предыдущей игре тиран делал, игры Зерг нет, а сейчас наоборот, Зерг сделал, тиран нет. Зигазагазерк активировал премиум на ваш канал. Так, ну что, движуха продолжается. Спасибо, Зигазагазерк. Давно что-то мужичок ничего не говорил. Продолжается врыв. 115-75. Кажется, Зерк-то собирается втащить эту игру, ребят. Ну не будет тогда в сухую, короче говоря, разгрома, это точно. Что-то постоянно фризонят, я не понял кому, но это, видимо, не меня фризонят. Здесь 1-1 грейды, но у Зерга экономики вот три базы. То есть, если у него потенциала этого пуша не хватит на то, чтобы тирана добить или какой-то ему крит-демедж нанести, то ничего хорошего его дальше не ждет. Потому что 1-1 тиран делает, у тирана баз фактически столько же получается. Тиран здесь еще кайтит, смотрите-ка, Зерга. Тиран кайтит, вот это да.
Так. Сегодня на кибетик зашел у меня по поводу ставок, был он заблочен тоже. Фригейт, ставьте просто расширение. Браузер и все работать будет. Начинается движуха, Зерк пытается дожимать, Тиран пытается катить. На ХГ стоит танк, и я не понимаю, почему его просто не взять с ХГ и сюда не привезти куда-то Тирану. Он постоянно что-то бьется без танка. Вот он нормально поддает дэмэджи, ЦЦ-ха падает, сейчас, ой, ЦЦ-ху Тиран, не... а ему нечем бы чинить здесь ЦЦ-ху. 80/117, танк вниз привез и... Не, когда дрался здесь, танк был здесь. Когда бой идет здесь и танк достает, он принес вниз и отдал его. Короче, бред Тиран здесь надел. Но, все равно 3-0 ведет. Но это тут похоже на поражение все-таки. Зерк здесь не отпускает Тирана. Так, пошел инвайт. Так, все, ребят, короче. Бу-7, отвлекся на секунду. 3-1 Тиран ведет, но Зерк сейчас игру одну отыграл. Улучшение завершено. Так, рандом,
Кстати, смотрите-ка, Зерк стал рандомом резко и почему-то играет тираном сейчас. А предыдущие игры он же не рандомом играл, а Зергом. Или он три раза рандомом попался, я просто все это время смотрю и ничего не вижу. Риперы прилетают друг к другу, здесь Марика построил оранжевый, а здесь реактор по дефолту строится. Попытка окружить Рипера идет, но его так просто не окружить всем этим шоблом. Здесь Рипер даже вынужден назад, что ли, уйти? Смотрите-ка, рандомом-то наваливает, будь здоров. Уже 3 КСМ-ки минуснуло, что значит Марика дома построить. А здесь не построил. Да надо тут вообще минусовать еще рабочих больше. Как тут Рипер издевается? 7 КСМ-ок уничтожено. 8. Тут Рипер, правда, тоже на халяву шатает. Наконец-то Марики дожали этого гада. 10 на 3, короче, разменялся замечательно тиран оранжевый. Он был рандомом все игры, ни хрена себе, а я думал, он зерк. Фига я сегодня внимать. Но я подустал за неделю уже, ребят. Так что такие дела. ТСМ готов. Пристройка завершена. Улучшение завершено. ТСМ готов. Так, здесь продолжает Рипер, кстати, летать, наглеть. Посмотрим, как у нас оранжевый товарищ Тирана умеет играть. Здесь два барака, два с лабораториями в ТВТ, но это как-то прохладненько, я бы сказал бы. Причем строятся мародеры, не заказывается ни стимпак, ничего не заказывается вообще. Так, что там, где зависло, не понял. ТСМ готов. ТСМ готов. Кому навешать? Кто на новенького? ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, ребят, а чё? Пристройка завершена. Давай, удиви меня. Я не понял. ТСМ готов. Лагает, что ли, дико? ТСМ готов. Попытка пушить это оранжевого тирана, попытка кривая какая-то. Все нормально, но отлично. У меня что-то просто черный экран, там ни хрена не стартуется. Я вообще не понимаю, что там происходит, если честно. Но главное, чтобы у вас все работало, ребята, это важно. Привет, Potential. Привет, Спека ТВ. Ну, всем привет. Я надеюсь, что это все будет работать просто с СК2 ТВ. Ставки на киберспорт. Много где можно делать. Вот у меня есть в описании Кибет, с которым я сотрудничаю. Есть еще сайты, но Фригейт нужно программу ставить, чтобы не блокировались они. Ты можешь это сделать легко. В браузер нужно ставить ее. Я поставил, короче, все окей. Можешь в чатике спросить, я скину ссылку. Добрые люди, я так думаю. Так, здесь сел Викинг, 5 КСМ. Так, 9 КСМ. Дропщик на мейн, мародера Марик. Что-то 91-59 тут. Какой-то бред реально. Оранжевый тиран Драгонис сделал. Реально бред полный. Но он этим бредом развалил. Ну, правда, благодаря Риперу в начале тоже. Мародеры тут танк что-то прессуют. Танчик ушел на халяву тоже.
Давай, сейчас ЦЦ-шку еще он минуснет, что ли? Да, минус ЦЦ-ха, посмотрите. Но это катастрофа, я думаю, что здесь ГГ-нчик. Здесь щиты подъехали. Так, марики с мариками строчат из пулеметов. Танки напрягают. Здесь на третью урыв. Я думаю, здесь уже ловить нечего. Надо ГГ писать синему тиранчику. Хотя попытаться можно что-то предпринять здесь, но я думаю, что навряд ли что-то получится. Здесь танк мариков громит. Попытка сплита. Нет, там танк такой сплит не уважает, на самом деле. Всех перещелкал по очереди. А, здесь третья ЦСХ, кстати, есть. 38-83. С лимитом-то что делать сейчас? Тут, блин, один матч, как это эпопея. На раздолбанном медиваке, раздолбанный марик, один против троих, умудряется завалить одного нерасторопного марика, который ходит зад вперед на муви. Я смотрю и не понимаю. Я сначала думал, это три медивака оранжевого, а это здесь один медивак был просто. Это, конечно, не Рэмбо, но это какой-то просто Джонни, просто Коннора, я не знаю, или кто это, блин. Или Джонни Рико, но он не с жуками сражается, а с тиранами просто, не знаю. Здесь начинаются, точнее продолжаются разводки. В это время на центре движуха, марики с мариками. У оранжевого Драгониса есть плюс один на пехоту, кстати говоря, на биогрейд. А у оппонента его, у синего тиранчика Вуди, нету грейдов вообще, то есть как бы по грейдам проседания считать. Здесь ЦСХ висит, кстати. Видите, третья, откуда третья-то взялась у синего? А, он новую, видимо, построил. Я не знаю, откуда третья взялась, но откуда-то взялась. Короче говоря, идет замес. Марики-мародеры против голых мариков. Здесь бьются, разваливают. Здесь попытка ЦСХ-ку забрить. ГГ пишет Вуди, это 3-2, ребят, это интрига уже. Вот дает. Может, сейчас и процами попадется данный игрок, так вообще интересно будет. Я не понял, а редактировать информацию на СК2 ТВ нельзя? Стримишь, что ли? Я чуть не понимаю. Или там отдельно надо региться как-то, что ли? Так, стеновой.
Не, ну можешь мне запилить, просто мне по одному это покупать все надо, как бы это долговато на самом деле, вот. Ну если тебе напряжно, давай, конечно, я тогда сделаю все. Ребята, опять зерг Драгонису попадается, ну что, надо тащить зергами, значит, ну как-то прямо тиранами он получше сыграл, у меня такое ощущение сейчас сложилось, вот. Улучшение завершено. Хорошо, стеновой что-нибудь разберемся мы там с этим всем делом. Жду тебя завтра и на шоу-матч. С зергом помню про челлендж твой. Буду иметь в виду, главное, не насосать бы из-за него. Ну, если он в силе, конечно, еще все. Про 7.40. Вот 6 лингов, здесь рипер прилетает, шатать начинает. Ну, даже пока линга не подрезал, мув здесь делается, и что-то тут как-то... Я смотрю, лингов много становится, все, дзерк подумал, что масс рипера здесь может быть. Так, что постримить можно будет? А, с зергом, как я играю, ну хочешь стрим, что? Заходи. Так, лингов много, но куда зерг вперед-то все пытается идти? Тиран боится, что мув доделается, сваливает отсюда. Линги упорно бегут вперед. Я говорю, стрим, если хочешь. Через 3 секунды просто мув будет готов. И риперу не поздоровится. Все, мув готов, минус рипер. Здесь есть бункер. Куда ты бежишь, зерк? Что ты творишь? Ё-моё, чё ты делаешь? Чё он делает, ребята? Я не понимаю. Отойди ты вон отсюда, вот здесь. Чик. Жмем кнопочку. Какую? Б, конечно. И делаем все правильно. Вышел парень, но он боязливый какой-то попался, солдатик-то, Марик. Надо вперед пойти, принять бы все. Да не пойти вперед. Так, здесь есть одна минка, надо минку как-то выманить. Залп сейчас. Мечется зерк зад вперед, сплитить не может. Рампу взорвал здесь проход, но в итоге провал. Е кнопка точно, а не Б. Блин, Б. Да, Е. Ну что? Здесь построены еще линги, пошел Лэр. Ну, кстати, по лимиту зерк пока не дико просел. Ну, когда у тирана будет стим готов, то опечен. Тиран, когда такой прессинг идет про стим, забывает. Интереснее придумать, вслепую поменять. Вот. Если из-за этого можешь проиграть, я могу. Блин, так может ты еще более бредовую придумал, и еще жестче проиграть можно будет, не знаю. Как вслепую-то можно поменять это все? Я же должен оценить.
Так. Попытка еще боинг маснуть приводит ни к чему. Ну давай меняем, а то я буду спешить лишний раз, короче. Вот. Не нужно это. Хотя я полагаю, что в принципе раньше этой цифры реально, но не все игры точно нереально. Так, победить. .73-57 по лимиту, ребят. Короче, второй Беллингвест от Зерга Беллингвест не прошел. Я вижу вот какое здание интересное, но даже не 4 газа стоит. Я не понимаю, каким образом должно оно спасти. Вот здесь вот грейд интересный на вот этих пацанов. Он бы мог помочь сейчас в будущем. А такого бреда я вообще не ожидал от Зерга, если честно. У тебя есть Беллинг Нест? У тебя есть Беллинг Нест, у тебя есть Дроп Овер, и ты ведешь лингов сюда, везешь, ё-моё. Да привези ты 4 бейна, они сгрызут, взорвут здесь рабов, нормально. Так, ну сейчас, может, даже мародера подрежет Зерг одного. Нет, ни хрена он мародера не стал подрезать, попытался сгрызть КСМ-ок, ну 4 сгрыз, в принципе, по ресурсам вровень, получается, разменялся. Но по лимиту то проседание жесткое. Зерк пытается в третью выйти. Пытается остроить мутку. Мутки 2 штуки, ё-моё, они вообще ничего сделать не могут. Беллинга всего 5 без покатушек. А тирана, знаете, в чем еще прикол? Он любит мародеров очень строить. То есть ему даже при нулевом сплите, как бы так мало беллингов, ну, как бы они не смогут мародеров пробить. Вот в чем прикол. Так, дропает станк. Тиран понял диспозицию, что Зерк его пытается полукругом принять и хочет развести одну часть сейчас. Ударить по одной части вот этой армии, а только потом по второй. Кочмарики перестимпачились, не дерутся. Здесь тоже что-то ничего. Так, кадок, кого, что, как, почему? Ну, это не у меня фризит, потому что у меня пинг не прыгает вообще. Пошла движуха жесткая. Отступают марики. Ну, часть убежала, часть не убежала. Ну, все, слишком много тирана стоит. 108-67 по лимиту. Как мне кажется, что... Не знаю, какая самая сильная раса у драгоница, но... Почему-то мне кажется, что не зерги. Либо у тирана, у Вуди матчап с зергами лучше, как бы. Потому что тираном поувереннее отыграл оранжевый игрок драгонист, чем зергами, мне так показалось. Ну это очевидная победа. 4-2 в финале побеждает Вуди. Поздравляю его с этим. Вот. Что еще говорить? Говорить тут нечего. Так, ребят. Если кто-нибудь мне бы сказал, как можно менять название на новом канале, на новом сайте, точнее, после СК2 ТВ, было бы интересно. Было бы я благодарен, потому что я не могу название стрима там в тупую сменить.
Да, запись сегодняшних корейцев я поставлю, ребят. Будем закругляться. Стоп-старт сейчас сделаю, чтобы выложить все это дело.